Попечительским советом, вы знаете, рекомендовано расторгнуть контракт. И с действующим главным тренером будет проводиться определенная работа, и вы о ней узнаете чуть позже. Поэтому на данный момент, безусловно, есть круг, но я не хотел бы об этом говорить, поскольку мы только-только приступили к работе. До сегодняшнего утра я об этом вместе с вами, как болельщик, на все это смотрел или с трибун стадиона, или по телевизору, наблюдая за игрой нашей команды. Клуб «Рубин» — не просто любимый клуб, не просто любимая команда, это такой же бренд нашей республики, нашей столицы, как «Рашни Сембеки», как «Кремль», как «Чак-Чак», то есть то, через кого или через что узнают и знают о Казани за ее пределами. Поэтому событие состоялось. О чем вам доклад?